тот крайний возраст, когда мы обязаны есть. Все определяется на самом деле состоянием здоровья. Я могу сказать, что есть такой космонавт Павел Владимирович Виноградов, который за неделю до своего возвращения из космоса, из своего 3-го полета, он на борту справил ежедневно 60 минут. И после выполнения на Земле он, в принципе, был полезный и годен в дальнейшем тренировке. Так что у него есть шансы выполнить еще один полет. А у вас будет полет?